промоушене под названием Pride. Но вот, знаете, тоже большой вопрос. Какие годы теперь считать лучшими в карьере Александра Емельяненко? Возможно, каковы еще впереди? Рост 193 сантиметра, вес 116 килограммов ровно. He 36 years old, he stands 193 сантиметра strong. Official weight 160 килограммов. Профессиональный рекорд 25 побед, 7 поражений, 18 побед на нерчатый нокаут. He's champion of the world, multiple winner, and Russian champion, human champion in combat sambo. Ladies and gentlemen, Pro FC Heavyweight Champion. Встречайте, рожденный в Старом Осколе, представляющий бойцовский клуб Ахмат Красной России, Александр Емельяненко! Руки пожали, чекайте. Ула. Ну что, поехали. Первый раунд. Александр Емельяненко, Шимон Байер. Битва на Волге 3. Первое впечатление. Очень легок на ногах. Александр стреляет острым джебом. Достал поляк левым сбоку. Ну, вы знаете, хотел бы дополнить к тому, о чем вы говорили, по поводу той же активности Александра в социальных сетях. Очень много он выкладывает постов в Инстаграм, где... рассказывает о своем тренировочном процессе, и тренировки у него действительно очень разноплановые, очень интенсивные. И, собственно говоря, на этот бой Александр, как сам рассказывал, вышел для того, чтобы вот эту самую великолепную набранную форму использовать как можно чаще и не застаиваться. Нередко, кстати, Александр прямые эфиры включает и общается с фанатами, где все по полочкам разъясняет, что и как он намерен делать дальше в своей карьере. Ну и фактически живет в спортзале в последнее время. Поддавливает Александр Емельяненко. Все мы знаем, как он хорош на руках. Вот, видимо, готовит что-то такой своей классической раздергивающей манере. Опасается немного польский боец, безусловно, ударной мощи Александра Емельяненко, но, тем не менее, вот наподобие раненого зверя, бросается такими истеричными атаками, и Александру стоит все-таки, наверное, руки держать повыше. Ну, или же, если он уверен в своей реакции, просто быть повнимательнее, чтобы не пропускать лишних ударов. Вес, не хочется произносить банальности, но вот не удержусь, произнесу. Вес тяжелый. Любой точный удар может стать последним в поединке. Попадает джебом Александр. Продолжает дергать. Но поляк настроен подраться все-таки. Он и заявлял о том, что хотел бы устроить с Александром настоящую рубку. Вот пока что первый раунд. И постепенно входят во вкус бойцы. Ну, в большей степени это касается Александра. Хорошо снизу попадает Саша. Ну и продолжает так играючи дергать. Кстати, стоит заметить, что для Александра, несмотря на то, что он уже успел два боя провести, раз, это два. Бой первый в году, и вот сейчас он близок к тому, чтобы финишировать срочно, да! Есть третья победа подряд! Жесточайшая двойка! Прошу прощения, да. Жесточайшую двойку садил Александр. Победа после возобновления карьеры. Ну и вот катком по своим соперникам двигается Александр Емельяненко. И обратите внимание, Вадим, даже на замедленном повторе. Вот разница между касанием
левой и правой, она просто минимальная. Это была очень быстрая двойка. И...